В 2018 году на улице Носова был восстановлен тротуар на участке между остановкой транспорта «Переезд» и домом номер 135. За полвека он пришел в неудовлетворительное состояние. В процессе эксплуатации полутора лет жители Голого Камня убедились в том, что ограждение тротуара или установка ограждения между тротуаром и проезжей частью дороги должно быть выполнено. В связи с тем, что здесь движение очень интенсивно. В направлении трамплинного комплекса «Аист», лыжной базы «Спартак», кладбище «Весимское», Серовского тракта и обратно движется значительное количество транспорта. У пешеходов возникают определенные проблемы. С просьбой оказать содействие в установке ограждения жители Голого Камня обратились к главе города в конце прошлого года. Владислав Пинаев пообещал решить проблему в первом квартале 2020-го. Монтажом металлической конструкции занимается муниципальное учреждение «Сигнал-3». Ее протяженность составит более 400 метров. Без ограждения это не тротуар был, а обочина. Машины ездили, бардак был. Сейчас отлично было. Очень довольны. Дети гуляют, с детьми гуляют, с колясками мамочки гуляют. Поэтому и нам тоже более безопасна пешеходная дорожка вот эта вот, если она будет ограждена. Поэтому это нам на руку, что здесь сейчас делают вот такое ограждение. Работа началась 10 февраля. Завершить ее планируют к Дню защитника Отечества.